Добрый вечер. Слышно ли меня, видно ли меня? Добрый вечер. Технические вопросы. Окей. Итак, 6 часов вечера. Мы начинаем. Сегодня мы обратимся к теме, к очень важной теме на самом деле именно в это время, наш род как источник ресурсов. Этот вебинар проходит в рамках проекта Кавказской ассоциации телесно-ориентированной психотерапии «Ты не один». Этот проект создан специально, чтобы поддержать всех в это наше непростое время. И сегодня в рамках этого проекта я хочу вам предложить немного информации и немного практики, как мы можем найти ресурсы у нашего рода. Как у нас будет проходить наш вебинар сегодня? Сначала я хотела вам немножко дать информации, самой основной буквально, про род, про связи, про законы, чем отличается просто семья от родовой системы, а потом уже мы с вами будем делать практику. Я хочу пригласить вас сегодня в медитацию. Это медитация где-то на стыке семейной терапии, на стыке телесно-ориентированной психотерапии и также на стыке биосинтеза. Это мы с вами будем делать чуть попозже. А сейчас, если у нас уже, я смотрю, подсоединились люди, и тогда я, наверное, все-таки представлюсь. Меня зовут Наталья Лунева. Я психолог и коуч. В свое время я закончила семейное и детское психологическое консультирование в Московском институте психоанализа. Также прошла программу дополнительную в американском Mental Research Institute Пауло Альто, тоже посвященная семейной терапии. Сейчас я являюсь студенткой первого потока по международной программе по биосинтезу в Грузии. И также я еще заканчиваю учиться в Германии, в Международном институте менеджмента, где в данный момент пишу магистерскую программу. Надо сказать, что тема семьи, тема рода – это моя любимая тема. Больше всего я люблю заниматься именно исследованиями, как это происходит в семье, что происходит с системой семьи, что происходит с системой рода. И поэтому, когда мне предложили провести эфир, я решила, что как раз про тему рода – это то, что будет интересно и мне, и всем окружающим. Итак, значит, как я уже говорила, сегодня я бы хотела совместить свои знания в семейной терапии, в телесно-ориентированной терапии и в биосинтезе. И начну я, наверное, больше с семейной терапии. Итак, что же такое семейная системная терапия, что же такое семья как система? Когда человек рождается, он, естественно, рождается, имея маму и папу. То есть биологическая мама и биологический папа есть всегда. Это самый простой пример системы. Мама, папа, ребенок. Но в системе еще важно не только, какие именно участники, а какие между ними отношения. То есть вот эти отношения между мамой и папой отдельно, между мамой и ребенком отдельно, между папой и ребенком отдельно, это тоже становится участниками этой системы. Иногда отношения бывают достаточно запутанными. Иногда возникают достаточно сильные эмоции. И когда нет возможности прожить эту эмоцию, то тогда эта эмоция как бы застревает в этой системе и тоже остается как элемент системы. И вполне возможно, что может потом передастся дальше.
если ни один из членов системы, из членов семьи, не возьмется прожить эту эмоцию и что-то с ней сделать. Теперь давайте перейдем с вами дальше. Вот маленькая семья, мама, папа, ребенок. У мамы есть своя мама и свой папа, бабушка и дедушка. У папы есть своя мама и свой папа, тоже бабушка и дедушка. То есть, если вот мы представим, например, по себе, то есть вот мы стоим, это мы ребенок. За нами с правой стороны мужская часть, то есть папа. За ним его мама и папа, его бабушка и дедушка. И дальше все удваивается, удваивается, удваивается. С левой стороны у нас мама. Она также стоит. И за ней стоят ее родители, ее бабушка и дедушка. И все это удваивается, удваивается, удваивается. Очень часто в семейной терапии есть такое выражение, как крылья рода. Если вы можете себе представить, как вы стоите, а за вами весь ваш род за спиной, то тогда вы понимаете, что вы обретаете какую-то новую дополнительную силу, потому что вы ощущаете присутствие людей, ваших родных людей, готовых вас поддержать, готовых как-то вас наполнить энергией. Но кроме того, что сзади нас стоит кто-то, мы не только получаем, мы еще и то звено системы рода, которое отдает. Через нас проходит энергия силы рода, и мы дальше ее раздаем. Мы можем отдать ее своим детям, своим будущим детям, но также, поскольку род – это уже более сложная система, и эта система не ограничивается только одной семьей, только одними отношениями, то даже если у вас нет детей, то вы можете передавать все равно свою энергию рода дальше тем, кто приходит уже после вас в этот род, вполне возможно, там племянница, внучатая племянница, какой-то очень дальний родственник. Но, тем не менее, энергия рода никогда не прерывается. Вот сегодня у нас будут две фразы, которые я хотела бы, чтобы вы задумались, о чем они. Вот первая фраза – это род, это то, что было, наши предки, то, что есть, то, что сейчас, и то, чему быть предстоит. То есть, если мы находимся в том, что есть, мы находимся ровно в середине. За нами крылья, перед нами широкое поле, которое мы можем тоже наполнить своей энергией и передать энергию силы рода дальше. И еще одну фразу, которую тоже, я считаю, очень важно как-то осмыслить. Это фраза «Наш род – это наш путь». Берт Хеллингер и другие психотерапевты, которые поддерживают эту точку зрения, считают, что человек на самом деле выбирает, где именно он родится, кто будет его папа, кто будет его мама. И не только он выбирает папу и маму, но также и какая родовая система стоит за ними. Когда человеку надо решить свои жизненные задачи, ему проще родиться в том месте, которое будет наиболее подходящим именно для него, для развития его способностей. Это не всегда значит, что это будет очень хороший какой-то род, может быть, там и неблагополучная семья, может быть, все что угодно, но очень часто это говорит о том, что человек выбрал такие условия, чтобы чему-то научиться. Есть такая тоже версия, что человек приходит в эту жизнь, чтобы чему-то научиться. Это главная его задача. И дальше я бы хотела еще немножко рассказать про семейную терапию, про то, что мы будем делать сегодня в медитации. В семейной терапии принято считать, что когда мы обращаемся к роду, у нас обязательно должен быть какой-то запрос, вопрос, тема, чтобы мы не просто так вот кричали в свободное поле: «Эй, дайте мне ресурсы, помогите мне». Поэтому я вас попрошу, выберите какую-то тему для себя, какой-то конкретный запрос, что именно может вам помочь найти ресурсы, какие именно ресурсы вы хотите запросить у своего рода.
И когда мы уже будем делать медитацию, держите, пожалуйста, этот запрос как бы вот у себя в голове. Мы отправим его обязательно в медитации к нашему роду и попробуем найти ответ. Еще перед медитацией я бы тоже хотела, чтобы вы приготовили листочек, ручку или карандаш, возможно, цветные мелки, потому что после медитации у нас будет время, чтобы записать, зарисовать то, что придет. Может быть, какая-то мысль придет, может быть, какая-то фраза, может быть, вы увидите какой-то образ, может быть, вы увидите какого-то конкретного члена вашей большой родовой системы. Чтобы все это не пропало после того, как вы уже покинете мой вебинар, а осталось на бумаге, вы можете это все записать. И на самом деле вот такие медитации рода, они имеют достаточно большое значение в том плане, что они не работают здесь и сейчас прямо вот молниеносно. Иногда то, что мы отправляем запрос, он может нам прийти намного позже. И когда он придет к нам, этот ответ, уже намного позже, мы можем, допустим, сегодня записать, завтра посмотреть и вдруг понять, о чем это, что именно скрывается за этим словом, что именно скрывается за этим рисунком. Мы можем попробовать уже потом переосмыслить и принять, и понять, о чем именно это слово, которое пришло в медитации, которое может нам помочь. Итак, еще немного про род. Дальше я перехожу больше к учению Жаберта Хеллингера. Самое главное, что есть в роду, это понять, что есть два самых основных закона. Эти законы незыблемы, эти законы даны, мы никуда от них не денемся. И нарушение их ведет к нарушению потока энергии, который течет через весь род. Вот та самая сила нашего рода, которая приходит к нам, как вы помните, сзади, со спины, через маму и папу, через их род. И ту силу, которую мы дальше будем передавать, она течет по конкретному закону, а именно от старшего к младшему. В любви всегда есть такой аспект, что кто-то ее передает, и именно в роду, именно вот род, как жесткая такая система, передается именно только от старшего, только младшему. То есть если мы будем пробовать поворачиваться там, ну, условно поворачиваться лицом к нашим родителям, пытаться взять на себя функции их мамы, папы, возможно, они там когда-то недополучили любви, мы это ощущаем, мы поворачиваемся к ним и говорим: «Мама, возьми мою любовь», то это уже будет нарушение порядка. И вот этот порядок очень важно, чтобы он оставался. А свою любовь и любовь рода мы можем передать только дальше. Это как горная река. Когда она зарождается высоко в скалах и течет вниз, то всегда вода идет сверху вниз, и дальше она уже идет до моря. Она никогда не может повернуться вспять, она не может повернуться и пойти опять на вершину горы, чтобы передать свою энергию. Энергию любви мы можем передать только дальше, своим детям, своим племянникам. То есть мы принимаем, благодарим и передаем любовь дальше. Это все, что мы можем сделать вот согласно такому порядку. Еще что я хотела сказать про второй закон. Второй закон – это иерархия тоже, соответственно, что обязательно в роду есть иерархия старший-младший, и она немножко отличается от возрастной иерархии. На самом деле младший – это тот, кто приходит в систему рода позже. То есть, например, если молодой человек решил жениться, приводит девушку, то таким образом он приглашает ее в свой род, и она становится младшей на тот момент, когда она туда вступает. Когда рождается у них ребенок, естественно, он становится младшим. Когда появляется еще кто-то в роду, то становится младшим уже следующий. И поэтому как младшая, вот, например, невеста, да, она принимает любовь рода и с благодарностью. Любовь может быть разной,
не обязательно это что-то хорошее и приятное. Возможно, что для того, чтобы чему-то ее научить, это будет не самое приятное общение, но она, все, что она может сделать, это принять с благодарностью. И дальше уже свою любовь отдавать своему ребенку и тому, кто придет в этот род в следующий раз. Так, и дальше. Что еще я хотела сказать? А, да, про слепые пятна и про болотца и тупики. Если у нас идеальная система рода, любовь течет от старшего к младшему, нигде ничего не застаивается, все хорошо. Но также в роду могут быть так называемые слепые пятна, когда кто-то или что-то по каким-то причинам, может быть, просто кто-то не знает, нет доступа к информации о участнике этого рода. Например, кто-то погибает, и бабушка и дедушка не хотят рассказывать дальше, что там своим детям, что у них был, оказывается, старший брат, и замалчивается. А на самом деле это тоже большое нарушение вот, законов иерархии, потому что у каждого участника рода должно быть свое место. Оно не обязательно должно быть вот, в живом виде, но память о нем, просто знать о нем, что он есть, просто видеть его, когда вы представляете свой род. То есть здесь важно именно дать свое место человеку, которого почему-то по каким-то причинам исключили таким образом из общего видения. Причем он не уходит, он не может уйти. Его все, что должно прийти, оно пришло. Но обязательно нужно его признать, принять и дать ему его место. И вот в работе семейных психологов очень часто, когда всплывают такие пятна, обычно говорим пациентам, что они ничего не могут исправить, но они могут просто знать, что да, вот у них был, оказывается, старший брат, и единственное, что могут сделать, это принять это себе, поблагодарить за то, что он есть в этой жизни, и попросить его занять свое место. Это помогает таким образом энергии течь дальше. Слепое пятно больше не слепое пятно, оно становится видимым. И вот такое слепое пятно, вот болотце застоявшейся энергии, таким образом может течь дальше от предков к своим потомкам. Вот. Но мы сейчас этим заниматься не будем. Мы сейчас с вами будем тогда говорить о том, что мы хотим собрать ресурсы, найти, что нам может дать сила рода и что мы можем взять для себя лично. Я еще хотела сказать, что каждый род имеет достаточно уникальную историю. У каждого рода есть свои неповторимые совершенно традиции. Бывает род, где очень много бывает разных ветвей, и у каждой ветви может быть своя определенная традиция, свои понятия. И мне кажется, вот когда род занимает большое пространство, именно в плане различной традиции, может быть, различная территория проживания, какая-то вот такая многоплановость, она позволяет иметь запас, ресурсы, вот этот опыт проживания, а как это переезжать на другое место, а как это прожить тяжелое время и остаться живым, и остаться достаточно здоровым. Вот эти ресурсы, они всегда хранятся в нашей родовой памяти, и сегодня мы можем к ним обратиться. Еще я не сказала вам про принятие. Принятие – это очень важная энергия в работе с родом, потому что иногда бывают достаточно тяжелые истории, которые, может быть, нам не так просто принять, не так просто понять, о чем это, не так просто смириться с какими-то вещами, но они случились. Весь опыт, который проживает род, он – это опыт. Независимо от того, хороший он, плохой, положительный, негативный, смотрите ли вы на это как на ужас и кошмар, или смотрите вы это как на испытание. Тем не менее, любой опыт, который прожил род, дает такую
некий багаж в копилку, который можно достать и использовать. Мы можем что-то сделать потом уже, глядя на этот опыт по-другому. Но мы не можем осуждать и не можем что-то менять, пытаться просить изменить, допустим, живых членов рода. Единственное, что мы можем сделать, это просто это принять. Принять обязательно с благодарностью. А благодарность на самом деле очень сильная энергия, которая исцеляет любые самые сложные отношения. И когда вы готовы что-то принять и поблагодарить, то на самом деле этим очищается та тяжелая энергия, которую вы бы не хотели принимать. Но за счет вашей благодарности вся тяжесть остается где-то там, а вам приходит уже очищенная, светлая, сильная энергия рода. И как это обычно может быть? Допустим, вы действительно увидели эту тяжелую ситуацию, посмотрели, увидели участников этих событий, и вы можете обратиться к ним, допустим, со словами: «Я с любовью и благодарностью принимаю ваш опыт. Это ваш опыт. У вас было право выбора поступить так, как вы поступили. У вас была своя история и свой путь. Принимаю и благодарю». Но затем, поскольку вы же имеете свой выбор, вы тоже можете пойти своим путем. Вы можете сказать: «Я выбираю свой путь, я буду поступать так, как считаю нужным, у меня тоже есть право выбора. Я люблю и благодарю вас за то, что вы дали мне жизнь, за то, что вы приняли меня в свой род, но я пойду тем путем, который считаю более необходимым, более правильным». И таким образом вы не можете исправить жизнь других людей, жизнь другого рода, но вы можете изменить что-то внутри себя. Вы можете изменить что-то внутри себя, и те программы, которые вполне возможно когда-то были заложены, могут измениться, и вы можете также поменять свой путь и поменять какие-то свои отношения, свои решения. Так, поскольку у нас сегодня медитация, я, наверное, тогда сейчас сразу перейду к ней. Еще раз вас попрошу, сейчас сформулируйте, пожалуйста, свой запрос, свою тему, что именно вы хотите, какие именно ресурсы вы хотите получить от рода, что именно вам хотелось бы получить, возможно, какую-то конкретную тему, например, у вас материальные трудности, можете отправить запрос, как мне справиться с тем, чтобы пережить эти трудности и тем не менее остаться на плаву, или там наоборот, стать еще более богатым. Возможно, у вас проблемы в отношениях, вы можете также спросить свой род, есть ли какие-то ресурсы, как я могу изменить отношения в своей семье, отношения со своими родственниками, могу ли я найти их. Возможно, ну, это может быть любой запрос на самом деле, то, что вы чувствуете внутри себя, то, что вам сейчас именно важно. И хорошо бы сейчас взять, еще раз повторю, листочки бумаги, ручку, карандаш, может быть, карандаши, может быть, мелки. И я предлагаю вам сейчас записать свою тему, свой запрос, что бы вы хотели узнать именно сегодня для себя. Так. Поскольку я вас не вижу и обратной связи нет, вы можете писать комментарии, я их должна увидеть. И тогда мы сможем с вами общаться через комментарий. Но поскольку я вас не вижу, я, чтобы как-то ориентироваться, тоже буду писать свой запрос. Итак.
Итак, у вас было немного времени. Кто еще не написал, запишите. Если кому-то интересно, можете поделиться. Но можете просто оставить это для себя. Держите под рукой, пожалуйста, ручки, бумаги, карандаши, мелки. И сейчас я объясню, что мы будем делать на медитации. Сначала я объясню, потом мы приступим. В медитации я беру за основу медитацию, которая достаточно широко известна в телесно-ориентированной психотерапии. Очень многие терапевты ее используют. Называется она «Дерево». Возможно, вы ее хорошо знаете. Но мы будем ее с вами использовать несколько по-другому. То есть дерево – это не просто дерево, а дерево нашего рода. С серединой в центре, то есть это мы сами. После того, как мы сделаем, вернее, в процессе медитации, мы сначала с вами соединимся с землей, увидим свои корни, увидим свои ветви. И после этого мы также с вами отправим любовь и благодарность нашему роду. Сначала нашим предкам, потом тем, кто придет вслед за нами. Мне кажется, в наше время вот это соединение с будущими нашими потомками – это тоже один важный ресурс, который мы можем использовать. И когда мы уже отправим любовь и благодарность, и побудем немного в этом состоянии, примем назад силу нашего рода. Когда к нам придет сила рода, мы с вами будем изучать себя, с собой в центре, свое родовое дерево, как оно себя чувствует, как оно реагирует. И вот в этом изучении вы держите в голове свой запрос. И если вы что-то видите для себя, как ответ, или просто что-то видите, вы это запоминаете. У нас это будет про движение, у нас это будет про дыхание, про отношения с окружающей средой, про то, какие эмоции рядом с вами ощущаете вы. Также вы можете в этой медитации пытаться разговаривать и задавать вопросы, и, может быть, вам придет что-то в ответ, может быть, какая-то фраза, может быть, просто какое-то слово. И также могут прийти, конечно же, какие-то внутренние образы, ассоциации. По возможности во время медитации я прошу вас это как-то вот самое важное для вас оставить. И когда медитация закончится, мы с вами запишем все, что было и происходило, и потом будем уже тогда разбираться с этим дальше. Итак, я прошу вас приготовиться. Можно встать, можно сидя. Главное, чтобы ноги ваши стояли достаточно крепко. Те, кто еще не знает, находим свой центр. Он находится где-то между пупком и уже нижней частью. Где-то в середине тела. Биосинтез это называется хара. Находим этот центр мысленно. Делаем туда вдохи. Ощущаем ноги. Если кому-то недостаточно, потопайте, пожалуйста. Можете поприседать. Но ощутите, что ноги у вас крепко стоят на земле. Что вы просто вот связаны с землей. Что они никуда не улетят. Итак, возвращаемся к центру. Просто дышим в него. И дальше я предлагаю вам закрыть глаза, и мы пойдем уже дальше по медитации.
Продолжаем ощущать этот центр. Дышим в него, делаем вдох. В этот центр выдох. Вы можете рассмотреть его более внимательно. Как он выглядит? Что это для вас? Может быть, там уже какой-то образ спрятан? Какого цвета? Может быть, это имеет какое-то значение для вас. Не торопитесь. Делаем вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Если вы видите свой центр в виде шара, представьте, что этот центр, этот шар заполняется светом. С каждым вдохом вы вдыхаете свет. И с каждым выдохом выдыхаете свет в окружающее пространство. Почувствуйте, что вы стоите в пространстве, которое вы сами заполняете светом. Вы вдыхаете свет и с выдохом заполняете пространство вокруг себя. Дальше, если вы уже ощущаете свой центр, вы можете отпустить руки, если вы держали его там, держали руки на своем центре. И посмотрите, как с очередным вдохом вы наполняете светом, и далее вы направляете энергию света через свои ноги, медленно. В том темпе и ритме, в каком вам удобно, через ноги, бедра, колени, щиколотки, ступни, отправляете энергию света в землю. Вместе с этой энергией вы начинаете ощущать, что вы росток, посаженный в землю. И с каждым вдохом у вас появляются корни, новые корни. Вы вдыхаете свет и позволяете расти своим корням. Сейчас вы молодое дерево, совсем молодое. Но вы становитесь все больше и больше, все крепче и крепче. Ощутите ваши корни. Ощутите, как корни проходят сквозь почву, находят подземную воду, как они напитываются этой водой. Вместе с водой они напитываются теми веществами, которые важны для их жизни и пропитания. Теперь убедитесь, что корни крепко держатся за землю. Вам хватает пропитания и воды. И верните снова внимание в свой центр. Посмотрите, возможно, что-то поменялось. Может быть, цвет, может быть, энергия. Может быть, вы увидите какой-то образ. Теперь мы с вами будем двигаться наверх. Мы вдыхаем в центр свет и движемся выше.
Находим свое сердце. Сейчас мы немножко побудем так, чтобы наше сердце напиталось этим светом, который дарит нам силу рода через нижний центр. Выдыхаем свет и заполняем светом свое тело, область сердца. От сердца мы заполняем все-все тело до самой кожи. Мы ощущаем свет на поверхности нашей кожи. Мы похожи на светящуюся лампочку. Но тем не менее мы остаемся деревом, не забываем, что у нас есть корни, которые вместе со светом дают нам воду и пропитание. И теперь мы попробуем двигаться дальше. Если вам удобнее вдыхать свет через сердце, вы можете перейти в сердце и почувствовать, как это вдыхать свет через сердце. И выдыхать свет через сердце. Если вам удобнее оставаться внизу, оставайтесь внизу. Главное, чтобы с каждым вдохом мы наполнялись светом. И с выдохом заполняли светом пространство вокруг себя. Отправляли свет вниз в наши корни. Наше тело. Теперь я предлагаю вам вытянуть руки наверх, потянуться и представьте, что руки – это ваши ветки. Ветки, цветы, листья. Ваши пальчики могут шелестеть, как листья на ветру. Попробуйте, представьте. Вы крепко держитесь корнями за землю. Вы можете двигаться. И ваши пальцы, руки, словно ветви, наполняются светом из вашего центра. А сейчас давайте обратим внимание на вас, на ваше движение. Вы сейчас родовое дерево. Центр – это вы сами. Корни – это ваши родители. Дедушки, прадедушки, ваши предки. В руках и пальцах то, что вы можете передать своему роду дальше. Свет, который приходит к вам в центр, это сила вашего рода. Посмотрите, как распределяется сила вашего рода. Уютно ли вам? Комфортно ли вам? Может быть, хочется где-то что-то добавить, где-то, наоборот, закрыть. Мы не будем это сейчас менять, но вы можете просто посмотреть, что происходит с вами во время этой медитации. И сейчас я прошу вас обратить внимание на движение. Двигаемся, смотрим. Мы можем вспомнить запрос, тему и спросить, что я могу получить в этом движении себя, как родового дерева? Какой ресурс я могу отсюда достать? Подвигайтесь, дышите. Не забывайте, что свет всегда с вами. При вдохе вы заполняете светом, и при выдохе передаете его в пространство. Теперь, когда мы немного подвигались, давайте обратим внимание на ваше дыхание. Вы продолжаете двигаться и смотрите, как вы дышите. Происходит ли что-то? Какое ваше дыхание?
Удобно ли вам дышать? Хороший ли у вас вдох? Достаточно ли выдох? Есть ли пауза? Спросите, что я могу взять из этого дыхания для своего запроса? Что я могу взять? Какой ответ вы мне можете дать с дыханием? Мы двигаемся дальше. Вы можете открыть глаза и посмотреть вокруг себя. А вокруг вас могут быть такие же деревья, как и вы. И вы начинаете слышать звуки. Вы начинаете осматриваться. И обратите внимание, хотите ли вы вступить в отношения с другими деревьями? Какие именно отношения вы хотите? Что именно вы хотите дать другим деревьям? И что именно вы хотите взять от других деревьев? Вспомните свой запрос и попросите показать вам в этих отношениях то, что может быть вам полезным. Дальше мы двигаемся дальше и переходим уже к эмоциям. Вы общаетесь. Какие эмоции у вас приходят к вам? Видите ли вы эмоции вокруг себя? Может быть, внутри вас что-то осталось? Что вы чувствуете? В какой части своего тела? Может быть, вы чувствуете какое-то напряжение между вами и другими, и там происходит какая-то эмоция. Понаблюдайте. И еще раз давайте обратимся к запросу и спросим. Я вижу эмоции, я чувствую эмоции, я могу их выражать. Что из этого может помочь мне в моем запросе? Что я могу взять из этого опыта для себя? И дальше вы начинаете разговаривать с деревьями, которые вокруг вас. Вы пытаетесь что-то им сказать. Вы можете даже сказать это вслух. И можете что-то услышать в ответ. Если вдруг вы услышите ответ, запомните его. Потом мы его запишем. Можете спросить у самих себя. А может быть, что-то я могу сказать самому себе? И после этого попробуйте еще раз обратиться к запросу и попросить. Дайте мне слова, дайте мне фразы, скажите мне что-то, что поможет мне понять, как я могу поступать сейчас, что я могу делать, как это может мне помочь в моей ситуации. Как это может помочь в том, чего я хочу. А теперь опять закройте глаза и попробуйте посмотреть, может быть, у вас родились какие-то образы. Я напоминаю, что мы также вдыхаем свет и наполняем светом через выдох пространство вокруг нас. Если вам хочется, вы можете растянуть руки, сделать пространство больше. Можете потянуться в разные стороны, в стороны вверх.
Можете двигаться более большими кругами, если вы движетесь кругами. И сейчас мы потихонечку собираем все, собираем весь свет, забираем его себе, собираем его в свой центр. Если кому-то удобно, можно собрать его в свое сердце. Если кому-то удобнее, можно собрать его в нижний центр. Сейчас мы собираем все, что мы могли получить, в наш центр. Вы можете взять руки и положить их на центр. И представьте, что в ваших руках лежит шкатулка, куда вы собираете то, что сейчас нам может предложить наш род. Вы собираете ресурсы. И держите шкатулку в своих руках. После того, как прозвучит звук чаши, я прошу вас вернуться в здесь и сейчас. И пока вы помните, сесть и записать на листе бумаги, что вам удалось собрать. Слова, картины, образы, метафоры. Может быть, что-то нарисовать. Вдох, выдох. Если хотите, мы можем записать по темам, например, движение. Что вы видели во время движения? Что пришло вам? Следующая тема – дыхание. Как вам дышалось? Хватало ли вам воздуха? Что вы могли увидеть там? Дальше мы переходим к теме отношения. Как вам было в отношениях с другими? Что вы там получили? Может быть, вы что-то поняли? Что из этого опыта может быть полезным вам сейчас? Дальше мы переходим к теме эмоций. Чувствовали ли вы что-то из эмоций? Какие были эмоции? Могли ли вы их выразить? Могли ли выразить эмоции другие в отношении вас? Если что-то мешало, вы можете тоже обратить на это внимание. Может быть, что-то помогало вам проживать эмоцию? Дальше мы переходим к тому моменту, когда мы начинали разговаривать, когда мы просили что-то нам сказать. Здесь вы уже можете записать как сами слова и фразы, так и посмотреть, насколько
вы разговаривали достаточно ясно, достаточно уверенно? Или вам это давалось большим трудом? Вам легко было строить фразы? Или нужно как-то было приложить усилия? Что из этого опыта вы можете взять для себя сейчас? И дальше мы переходим к внутренним образам. Видели ли вы что-нибудь? Вы можете использовать не только внутренние образы, которые вы видели в самой последней части медитации. Вы также можете использовать те образы, которые приходили вам во время медитации, в самом начале, когда мы рассматривали свой центр и начинали в него дышать. Вдох, свет, выдох, свет распространяем вокруг нас. В середине медитации. Вы можете использовать все внутренние образы во время всей медитации, и даже после нее, и даже немного до нее. Особенно те, которые отвечают именно на ваш запрос. Даже если они не отвечают, вы можете себе это как-то пометить, зарисовать, отметить. Поскольку род — это достаточно мощная энергия, это достаточно большой поток, мы не можем сказать, что вот здесь и сейчас, за 10 минут мы все решим. Обычно на это уходят хотя бы сутки, как минимум, на осознание, на то, что придет потом. Это может быть и через неделю, это может быть даже в течение месяца. Поэтому я вас прошу, понаблюдайте свою жизнь дальше, хотя бы в течение недели. И держите ваши записи под рукой, может быть, что-то еще всплывет из тех ресурсов, которые пришли к вам во время медитации. Я буду рада вашим комментариям, если они есть. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. У нас еще есть несколько минут, 7 минут или 8. И сейчас я хочу дать вам 2-3 минуты, чтобы вы просто закончили со своими образами, картинами, словами. Если вам захочется поделиться, вы можете сделать позже, не обязательно прямо сейчас. И сейчас я предлагаю вам еще раз посмотреть на тему запроса, которая записана у вас на листе, посмотреть на то, что вы нашли во время движения, во время медитации, почитать, поисследовать. И обязательно я бы хотела, чтобы мы с вами поблагодарили, приняли и поблагодарили то, что нам сейчас с вами во время медитации передал наш род.
Поэтому я предлагаю сказать так достаточно простую фразу: принимаю с любовью и благодарностью. И сейчас еще одна очень важная деталь. Вы можете оставаться сидя, можете стоять, как вам удобно. Предлагаю взять, если вам и удобнее, то сосредоточиться на нижнем центре. Если вы можете себе как бы уютнее себя чувствуется, сосредоточиться на центре сердца, на сердце. Предлагаю закрыть глаза. И сейчас мы с вами отправляем любовь и благодарность нашему роду, как нашим корням, так и нашим потомкам. Представьте, что энергия света исходит из вашего сердца или из вашего центра и идет до конца ваших корней и до конца ваших листьев, веточек, цветочков, когда вы были деревом. Отправляем любовь и благодарность. И после этого мы с вами принимаем силу нашего рода. Наблюдайте, как обратно вам возвращается энергия, собирается со всех корней, со всех листиков, со всех корешочков, со всех веточек, со всех листиков, цветочков. Все это собирается к вам, в ваш центр. Если вы делаете это через сердце, ваше сердце, и принимаете вы силу рода. И теперь возвращаемся в здесь и сейчас. Сохраняйте силу рода с вами. Давайте потопаем ногами, постучим себя немножко по плечам, по рукам. Очень рада, что вы здесь и сейчас. Надеюсь, что вам понравилась эта медитация, и она поможет вам собрать ваши ресурсы. И я также хочу закончить словами благодарности. Я благодарю вас, участников этого вебинара. Я благодарю всех, кто присоединится позже. Также хочу поблагодарить организаторов Кавказской ассоциации телесно-ориентированной психотерапии за приглашение, за возможность поделиться знаниями, за возможность поделиться этим опытом с вами сейчас. Я рада, что я тоже состою в этой ассоциации. Это совершенно замечательно и прекрасно. Здесь много любви, много света. И я также хочу поблагодарить таких учителей, которые меня научили, поблагодарить уже ушедшего Берта Хеллингера, поблагодарить основателя биосинтеза Сильвию и Дэвида Бааделлу, потому что они принесли это учение к нам, передают его дальше. Это достаточно интересное, цельное и светлое учение, которое помогает нам проходить наши проблемы, наши кризисы и набирать ресурсы. Вот, кстати, аспект ресурсности очень сильно подчеркивается именно в биосинтезе. Желаю вам, чтобы вы взяли все свои ресурсы с собой и могли дальше идти с ними по жизни. Еще раз предлагаю вам, если у вас будут вопросы, комментарии, вы можете их задать. Да, вот вижу, спасибо, ваши сердечки, большое спасибо. У нас есть еще минута.
Ну что же, еще раз хочу сказать, хочу вам передать свою любовь и благодарность. Хочу, чтобы сила вашего рода оставалась с вами. И чтобы вам было легко пережить это смутное, тяжелое время, и вы смогли воспользоваться теми ресурсами, которые вы можете взять. Спасибо. Заканчиваю трансляцию.